На всех милиционерах парадная форма, белая кашуля и китель. Святочное мероприемство, промеркованное до Дня белорусской милиции, в областном громадско-культурном центре собрало около 900 супрацовников органов и подразделений внутренних справ Гомельщины. Повиншовать их проехали коллеги из соседней России. Сувязям двух краин уже не одно десятигодие. Бо, как вядома, у злочинности нема межев. И только совместными намаганиями можно достигнуть спокою и выполнения законов. Этот принцип давно стал агульным для правоохранников Гомельской и Брянской областей. Хочу поздравить с праздником всех сотрудников Гомельской милиции Белоруссии с наступающим праздником. Пожелать им побольше, наверное, отдыха, поменьше беспокойных дней, ну и больше заниматься профилактикой, чем какими-то такими серьезными преступлениями. На Гомельщині першие отряды милиции з'явились амаль 100 годов тому, у соковику 1917-го. С того момента во все, у тым ліку, и самые непростые для краины шасы, вартовники парадку змагались за безопасность людей. У годы Великой Отечественной войны яны удельничали у оборонных боях за областный центр. После 45-го их праца протягнулась уже у речища боротьбы с узброенным бандитизмом. У конце 80-х гомельские милиционеры навод змагались с наступствами аварии на Чернобыльской АЭС. От себя лично, от всего руководства, я хочу поздравить всех, наш личный состав, с прекрасным праздником. 99-летие образования нашей белорусской милиции. Это большой праздник. Следующий год нас ожидает столетие. Мы имеем значимый результат в оперативно-служебной деятельности, ту высокую оценку, которую дает наш белорусский народ. И мы гордимся, и мы сегодня на высоком уровне празднуем День белорусской милиции. Дякуючи отладженной работе в минулом годе, ни по одним из керунков деятельности милиции Гомельщины не зафиксованы рост злочинности. А кроме того, в опошний час назирается упевненное снижение колькости рецидивных злочинств. За выдатную працу в этот день многие супрацовники милиции Гомельщины отримали новые звания и высокие державные узнагороды. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадо, компания «Гомель».